И всем привет, давайте начинать. Так, доченьки мои, мы сейчас идем в магазинчик такой маленький. Он недавно открылся. Ой, называется. Как это называется? Мир мечты. Хорошее название, да? Ну, нормальное, да. Мама, ты мне купишь пони? Нет. И нет. А мне, мама? Нет, я вам двоим не куплю пони. Все, по день. Здравствуйте, ваше высочество. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Вы возьмете пакетик или вот эту вот тележечку? Тележечку. Так, девочки, я вам разрешаю только посмотреть пони. А вы еще это должны ведь купить пони, эту, как ее зовут-то? У вашей подруги ведь было день рождения. Ну, вы идете к подруге на день рождения. А она хотела, чтобы вы, ну, пришли как бы с подарками. У нее даже там приглашение красиво написано. Да. Это я к ней на день рождения иду. Да, и купи какой-нибудь пони, вот какой она хочет. Я сейчас позвоню и спрошу, хорошо? Хотя не надо звонить. А, да, я вспомнила, какой она хочет. Ладно, идите, выберите ей пони. Ну, какой она хочет, твоя подруга пони? Она сказала, чтобы я ей принесла самую редкую, ну не редкую, а эту, какую, чтобы я ей принесла этот Apple, не помню кто, но это сестра Apple Jack. Вот это вот пони она хотела. А, я буду Apple Pie, да. Нормальная пони, да, она хотела Apple Pie. Мам, да, доченька, можно тележку? Конечно. Вот, мам, мы выбрали. Я бы так хотела себе поняху. Мне тоже. Мам. Да, доченька, ну что ты меня вечно зовешь? А можно мне пони? Доченька, я говорила еще в начале, до того, как мы заходили в торговый центр. Нет, нет и нет. Никаких пони. Все. Все, я пошла выбирать нам еду. Ну, мама, ну, пожалуйста, умоляю тебя, молю, молю, молю. Доченька, ты куришь, что тебе уже 17 лет, а ты пони просишь. Ну, у меня-то всего-то две, а у моей сестры три. Шесть. Пять. Да, у нее пять. Ну, ладно, бери себе одну пони. Но, ну не пони, а, короче, сколько у тебя хватит денег. Вот я тебе даю 1000. Выбирай что угодно. Спасибо, мама. А мне мама разрешила пони купить. Ха-ха. Да. Блин, я тоже хотела пони. Ай. Пойду-ка себе возьму луняшу. Редкая, самая редкая луна. Блин, где спрятать? Блин, мне надо было куда-нибудь спрятать. А то она ее возьмет. Так, а на сколько стоит? 500. 500 гривен? Такая дешевая? А, вот. Так, значит, она 500 гривен стоит. Сейчас акция стала на 1000 гривен. Здесь тут акции. Да. Акции. А почему у вас такие акции, скажите? Ну, с открытием решили сделать очень большую акцию. Где-то 20, ну, на 2%. Вот, то есть на 2%. Ну, вот, например, стоило пони 1000, стало 500.
Ясненько. Еще возьму вот это вот. Ой. Не знаю, кто это такой, но я еще возьму сюрприз. Сюрприз стоит 100 гривен. Так, у меня получается 600. Что бы еще себе взять? Да больше ничего не хочу. Нет, духи вот эти возьму. Духи 200. Так, сколько это гривен уже получается? Ну, не 50, 60. Вроде бы уже 800 гривен. Достаточно, мам. Да, доченька. Я уже потратила 800 гривен, она пони 500 стоит по акции. Это дешево для нее, такой большой. Это сюрприз, он по 100. И вот такие духи по 200. Зачем тебе этот сюрприз? Вдруг опять будет какая-то подделочная. Ну, мам, ну, пожалуйста. Так что быть, бери. Ну, духи это правильно. Кто там? Я не знаю. Мам. Ладно, я пошла. Мам, чё, дочь? А, дочь, помоги мне лучше что-нибудь это, чё просить что-то. Помоги мне для завтрака выбрать что-нибудь. Мам, подожди. Иди сюда. Чё, дочь? Мама, купи мне тоже пони. Нет, нет и нет. У тебя их 5, а у нее всего-то 2. Так что нет, нет и нет. Все, я тебе не покупаю никакую пони. Ну, мама, ну, пожалуйста. Я сказала, ну-ка иди отсюда. Ну что, наорали? Нет. Да вижу я, нет твое. Господи, как она переписывается. Пони уже. Возьму поясню. Нравится себе что-нибудь? Да. А, возьми пакетик, а то это для еды я хочу использовать. Хорошо. Так, банан. Чиксики. Томик такой. И рыба. Все, доченька, все, доченьки, я уже взяла себе все, что надо. Пойдемте на кассу. Пошли, мама. Пожалуйста. Ладно, только сюрприз и все. А так на кассу пойдем. Ну, мама, не только хочу. Да что тебе еще надобно, а? Вот скажи. Я тебе говорю, можно взять только сюрприз. А ты говоришь, а можно еще что-то? Хватит уже, доченька. Сколько тебе раз говорить? Кошмар. Хотя, не что. Может, еще походить? Мне тут надо кое-что взять. Вот эту папочку возьму себе еще для работы. Так вот. Вот так вот. Ладно, пойду себе посмотрю поняшу, которую бы я хотела. Блин, я хочу вот эти сюрпризы взять. Они у нас недавно только стали. И, конечно же, пони я хотела бы. Вот этих плюшевых. Или, нет, я даже не знаю. Мод хотела бы. У меня мод не было. Вот Пинки поесть. А я довольна. И мне мама разрешила взять пони. Ой, мам, прости, это я там. Ладно. Все, пойдемте на кассу. А ну подождите еще немножечко. Мама, еще немножко. Мама, ну пожалуйста, ну. Бери только сюрприз. Тебе ясно? Хорошо, мама, только сюрприз. Так, посмотрим, что там. Мне, наверное, пони. Да нет, вроде бы пони. Хорошо. Доченьки, какая тут очередь? Быстрее занимаем место! Быстрее, мама! Доча, ты тут свалила мне половину товара. Мне пакет сразу не нужен. Ага. Сдвиг с вас 500 рублей. Вот, держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Спасибо. До свидания. Так. А мне, пожалуйста, вот эту сумочку пробейте. Пакет мне тоже не нужен. А, Сдвиг...
с вас 250. Вот держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Мне пакетик нужен. Хорошо. Вот, держите пакетик. Так, мне, пожалуйста, пробейте вот этот ободок. Ага. Вздик. И вот эту маску для сна. Ага. С вас 300 рублей. Вот, держите. Так, складывайте все в пакетик. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Спасибо, до свидания. Так. Вам нужен пакетик? Нет. Пробейте мне вот эту анашиску. Вздик. Так, с вас... Всего 150, надо держите. Прибейте вот эту расческу и заколку. Хорошо. Вздик. Вздик. Пакет нужен, да. С вас всего 170 рублей. Вот, держите. Все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Спасибо, до свидания. Даже, наверное, 3 внутри не надо нам, да, нам и это. Так, пробейте вот это все ваше, все наше. О, Господи. И вот эту еще папочку пробейте. Хорошо. Вздык. 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 Так, у вас еще там есть что-то? Да. Кексики еще. Значит, с вас всего... Так, нет, еще нет. Еще пока не будет цену, пробейте еще несколько вещей, хорошо. Вздык. Вздык. О, я уже устала пробивать, сколько вы все набрали, вздик. Так, еще вот этих двух пони. Вздик. Вздик. Фу. Так, девочки, теперь посмотрите, что у вас там за подарки. Ай, как я устала, все рассыпалось. Все насыпаемся. Так, что в твоем подарке? Это мой. Так, в мою попалась Флаттершай. Это не выкладывать в YouTube. Пока.